Одно из крупнейших в стране производителей спецодежды – швейная фабрика в Талдыкургане. Здесь ежегодно выпускают изделий больше, чем на миллиард тенге. Руководит фабрика ветеран легкой промышленности Хамидолла Ержанов. Его мечта – насытить казахстанский рынок товарами местного производства. Адильхан Сахари продолжит. Хамидулла Ержанов руководит швейной фабрикой вот уже без малого 40 лет. Управлять старейшим предприятием города волнительно и ответственно, говорит он. Эти стены помнят и первые сталинские пятилетки, и как шились и отправлялись на фронт фуфайки, ватные штаны и рукавицы. Но, пожалуй, самый сложный период в жизни фабрики пришелся на первые годы независимости. Из 25 текстильных предприятий страны смогли пережить кризисное время лишь единицы. Ветераны рассказывают, что фабрика не закрылась во многом благодаря стараниям Хамидулла Ержанова. По выходным всем коллективам выезжали за город и сажали овощи. Урожай делили, остатки продавали. Так и расплачивались долгами. Некоторая организация не работала, но наш Хамидулла Ержанов старался, чтобы наша фабрика работала, чтобы мы без работы не оставались, доброжелательны. Всегда уйдет на уступку, всегда помогает. Сегодня фабрика твердо стоит на ногах. Ежегодно выпускает изделия на общую сумму больше миллиарда тенге. Производит в основном обмундирование для силовых структур. Планирует пошив одежды для работников нефтегазовой отрасли, энергетиков и связистов. Так что финансовое положение фабрики позволяет ежегодно поднимать коллективу зарплату и улучшать условия труда, говорит Хамидулла Ержанов. У нас вот за 5 лет последних зарплата рабочих повысилась на 85%. Это в среднем 17% ежегодно. В следующем году, согласно посланию президента, мы, конечно, пределы 10% будем поднимать. Под руководством Хамидуллы Ержанова работают 180 специалистов. Недавно он открыл филиалы в городах Уштөбе и Текеля и увеличил штат сотрудников еще на 50 человек. Адильхан Сахари, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматинская область.